Я уже высказывал эту мысль неоднократно и готов повторить, что испанский чемпионат хорош не только и, может быть, даже не столько Реалом и Барселоной, а здесь довольно приличный средний уровень. Его футбол здесь интересно смотреть. Ну, вот смотрите, что происходит. Ну, вот 3-1. Забивает Омар. Это Оскар. Это Оскар. 10-й номер, да. 3-1. Райо Вальекано играет в обороне. Так. Как будто бы они решили стать чемпионами Испании по количеству пропущенных мячей. Но смотрите, что происходит. Огромные разрывы. Вот они, три защитника, которые ничего здесь не могут сделать. Манушу здорово играет в подыгрыше. А Оскар, вываливаясь один на один, спокойно перебрасывает мяч через вратаря. Ну, если Пако Хемес имел в виду вот такую игру в три защитника, то все нормально. Но очень вряд ли. Оскар здесь врывается в штрафную, набирает ход. И вроде бы защитники-то тоже бегут, но набрал ход и ускорился очень здорово. Здесь Оскар, его, конечно, не догнать. 3-1. Несыгранной половины первого тайма.